Добрый вечер всем. Вот. Признательность вам огромная, такая, не знаю, да евразийская, я бы сказал, за то, что это вам интересно, за то, что вы участвуете. Ну и нам, кто занимается музыкой, тоже жить веселее становится. Вот. Давайте сегодняшний такой день построим, вечер, вернее, так, чтобы я не просто пел, как обычно, чтобы это был не концерт, а были вопросы, были ответы, чтобы мы пообсуждали творчество, ситуацию. Нет, ситуацию не надо, а вот только творчество. Вот для начала я, конечно, спою. Это все Россия. Все готовы? А мы хотим спросить, как сделать красиво. Ждать нельзя.
сказать, что сейчас еще одну спою песню, вот как раз вот этот «Грань и консони» опус, следующий альбом тоже уже близится к завершению, тоже, ну, так называемая сольная пластинка, аранжировки опять делается на Ксагор Владыкин, и привлекает всех, кто, кого считает нужным, кого считает нужным привлечь, меня мучает, заставляет петь правильно. Вот. И сам подпевает активно, так что Женя там Барышев, то есть, ну, вот это вот, вся наша вента карбонарская. Вот. И я сейчас спою одну песню со следующей пластинки, вот, потому что она еще не вышла, я сразу оговорюсь, что то, что вы уже услышали, я петь не буду, потому что я уже в голове звучит с музыкой, там скрипки, все есть, и очень там много музыки. Вот. А эту спою песню, она такая специальная. Приехали три казака, притекли по земле сырой, где месяц шел за год. Двое добрых, а третий злой, коньяки, как были буланы. Сбруя справная в пути годна, и поздно не рано. Сторонник экранирования. Святость отдельно, блуд отдельно. Вопросительный знак. Вопрос задан с тем, для кого творчество не является духовным становлением, а расценивается как личная заслуга. Возвышение над другими. А вопрос серьезный на самом деле, очень серьезный. И что тут можно сказать? Ну, в процессе становления эти вопросы ты себе задаешь вообще, зачем ты этим занимаешься, и ради чего, я имею в виду творчество. Вот. Если в юности это такой момент самолюбования, момент титанизма и не знаю еще чего, вот, то в более уже зрелом возрасте на это все смотришь иначе. Где-то саркастически, юмористически, где-то иронично. Вот, и стараешься не повторяться. Вот. Но и в юности, и сейчас все равно приходится искать в себе определенные резервы, чтобы преодолевать и собственную инерцию, и собственные такие, как это сказать, и собственные мысли, за которые порой бывает стыдно. Спасибо за вопрос. Суфражисток вопрос вот такой: женщина для вас это обслуга, обслуживающий персонал для мужчины, ее место только на кухне? Вопросительный знак. Я даже не знаю, что на это отвечать. Мне кажется, вопрос очевидный. Вот. Могу из Библии ответить: мужчина для Бога, женщина для мужа. Провокационный вопрос, насколько, одна, кстати, рука везде. Насколько вы искренне в своем творчестве? Вопросительный знак. Не допускаете ли скрытых подмен, как это имеет место на некоторых ваших альбомах? «Жатва», например. Скрытые подмены. Ну, вообще, о том, что ты делаешь, говорить искренне или не искренне. Искренне можно и заблуждаться, и делать подлость. Все это искренне и делается. Вообще, это как бы определение искренне, оно мне вообще не нравится. Я его стараюсь обходить стороной. Понятно, когда ты студент, можно говорить об искренности, но сейчас уже возраст другой, и категории нравственные тоже другие. Спасибо.
отбился я уже от вопросов. Вот. Но это бывает. Вопросы неудобные, скользкие. Калинов мост сейчас приступил к новой работе студийной. Вот активно. Он уже такой, я бы даже сказал, уже такой активный период. Вот, альбом. Ну, много думаем, какой должен быть и музыкально, и атмосферно. Альбом посвящен Камчатке, все песни написаны на Камчатке, и сейчас я спою там одну песню с этого альбома, называется «На краю земли». Остался жить.
Спасибо. Я не знаю, не один, это же вообще не про человека песня-то, если говорить об Илине. Но я не скрываю, что когда вот Калинов мост был занят работой над трибьютом Александра Башлачева, то я прочитал все его песни, но которые вот на тот момент у меня были, и они меня настолько поразили, я поздно достаточно так вдумчиво прикоснулся к творчеству Башлачева, это вот буквально 3 года назад. И его творчество меня многому научило, я для себя много вынес из его стихов, из его метода работы. Еще его изощренные вкрапления современных слов в ткани его стихов и песен. Спасибо за вопрос. Так, посоветуйте, какие места, связанные с группой «Калинов мост», следует посетить в Новосибирске. Ваши любимые места в Новосибирске. У меня вообще к Новосибирску двойственное такое отношение, потому что город такой безалаберный, непродуманный и бардачный, и уголовный, я бы сказал. Но так как я там родился и учился потом еще в институте, и группа там собралась, то всегда, когда я прилетаю в Новосибирск, то уже в аэропорту я отрываюсь от земли и, значит, так скользю над Новосибирской, как практически Хубилган. Спасибо за вопрос. Сейчас еще раз буду петь. Вот. Так, такая вот песня. Когда-нибудь и я уеду к морю, заброшу в небо сети и не вода. Здесь вечность прописалась, дух намолен, шипит в точеных камушках вода. Искрятся нескончаемые брызги, вонзится в кровь густой ультрамарин. Подопытно учитываешь риски, русалки загорелы и смелы, рассыпаны диковинные пляжи, в продаже знаменитое вино, глоток целебный солнышком заряжен, цветет плодами всякое бревно. Какой прекрасный выдержанный климат, отметили из компаса сектант, в объятиях теплых праздничного Крыма остаться подбывает навсегда. В зал не буду говорить, если подойдете, скажу. И то не свои слова. Так, стихотворение, значит, вот это вот, которое на латыни «Оправданное чудо красной линии» прослеживается тема одиночества. Вы с ним смирились? И что для вас значит абсолютное чудо? А тут ничего нету насчет абсолютного чуда нового, потому что все чудеса прописаны в Библии, вот, наверное, они абсолютные. Все остальное уже сложно, мне кажется. Что мы поем дальше? Дальше мы поем красивую песню. Она, я серьезно говорю, она мне нравится очень, эта песня. Сейчас я ее попробую сыграть.
пословицы слагать. В часы рождений не колеблясь, там врагась огненный недуг. Стелится осень ярко богата, все без остатка тебе. Крылья приносят в облако хаты, ведь запою гальских степей. В ответ легко разоблачась, заряд космического тока вновь забурлит казачий круг. Ключи скважины простые, дороги выбраны. Ну, еще.
Ну, и что дальше? Дальше? А. Дальше вечность. Заняться электронной музыкой, чтобы вот один пост звучал по-другому. Как кто, например? Ну, я не буду пример какие. Ну, знаете, я всегда преклонялся перед теми, кто умеет играть на инструментах, умеет петь, вот, тратит на это гигантское количество времени, усердия, ну, понимаете, да, дисциплины внутренние и так далее. Вот. Для меня электронная музыка, это такой музыкой, разные там есть примеры, но она меня вообще не будоражит. Спасибо. Если будущее за нами, то мы за кем? Очень мощный вопрос. Какой ваш самый безбашенный поступок в жизни? А, надо слушать вторую песню свою родню. Вирши. Тибетская тетрадь. Скучает тихо на страницах мантры. Нет-нет, доносится утробный звук. Пугает путника в ночи, аукает пещерно. Тибетская тетрадь. Приносит ветер четкие команды. Строка сосватана в невесты шву. Здесь закрома ничьи, пусть мерит зерна жернов. След птичий на снегу. Рисунок детский неумелый, как стихия. Загадка двойнику. Надмирная сияет панагия. Тибетская тетрадь, я как ребенок рад узреть в торосах девственных тропу, где золотом нанизан узорный цвет парчи. Тибетская тетрадь, не спится до утра, манзаю в небо северный гарпун, где выше, там и ниже богат улов ульчи. Иное ремесло, пергамент выделан искусно духом Лхасы, оплавленным узлом в ладонях прорисованы приказы. Тибетская тетрадь, печаль утрат для новых обретений ключ, но стоит помолчать об этом. Стремнины оседлать ждет камень бел горюч, за альфой промышляет бетта. Тибетская тетрадь. Солнышко опять.
Hell. Что же важнее, звук или слово? Это строчка стихотворная. Можно я возьму? Ну, не то и не то. Важнее, когда вместе. И у Иоанна также написано. А что, по-вашему, добавляет слову крепкий аккорд? Крепкий аккорд. Что, по-вашему, добавляет слову крепкий аккорд? Но устойчивости и убедительности. Будет ли на Урал записан в тяжелом варианте с Калачевым и компании? Ну, планируется. Планируем. Не знаю, видите, ничего не издают. Но. Почему новосибирские концерты в последние годы проходят только в Академгородке? Из Новосибирска Дмитрий пишет. Потому что у нас там лобби. Когда выйдет трибют по Шлачеву, расскажите о нем поподробнее. Ага, за возрождение, благодарят, что вот за возрождение его творчества. Но я могу сказать, что когда мы занимались аранжировками песням Александра, то мы все равно исходили из того, как бы, ну, я знаю его музыкальные интересы, приоритеты, и мы старались это как-то использовать, когда музыкально решали ту или иную пьесу. Ну вот, наверное, и все. Ну и проучаствовали, конечно, все молодцы, я имею в виду наших суперстаров, все откликнулись, все проучаствовали, были и отказы тоже, но все равно все получилось, я считаю, как надо. Нравится вам фильм Павла Лунгина «Остров»? Как относитесь к этому фильму и к Петру Мамонову? Вы знаете, у меня плохая ассоциация с Петром Мамоновым, потому что, сколько это вот уже давно было, где-то 85-й год, по-моему, весна, он приезжал с подпольным концертом в Новосибирск, и меня угораздило попасть на этот концерт, а вот, значит, все это мы смотрели, юродство, и потом, значит, когда вышли на улицу, нас настигла компания, значит, хулиганов, и мне сломали нос, поэтому, ну, сами понимаете, какое у меня отношение к Петру Мамонову. То есть, когда можно не ходить, лучше не ходить. Какая у вас любимая песня Виктора Цоя? Ну, очень много, и я уже где-то, по-моему, говорил, что в определенные периоды жизни его песни прям вот звучат и сопровождают меня. Спасибо за вопрос. Кому вы сопереживаете, симпатизируете? Так.
вторую часть оторвали. Не знаю, что отвечать. Ушкуйники или тем... А, ушкуйникам или тем, кого они грабили? А, вон! Ну, это кто с кем себя ассоциирует. Вы знаете, сейчас такое время, что все равно приходится себя с кем-то ассоциировать, кому-то, значит, подражать, кому-то там, ну, к чему-то стремиться в тех или иных своих поступках, там, проявлениях, или хотя бы так, знаете, воображать и думать об этом. Ну, ясно дело, я на стороне новгородцев, то есть у школьников. А, ну и частный вопрос. И еще на каких струнах играете? На мексиканских. Какая ваша любимая казачья поговорка? Я сам придумываю поговорки. Еще вам снились вещи и сны. Это что вообще такое? Не знаю, может, это же не передача на РЕН-ТВ. Ну, хотят творчеством поделиться, передать диск. Пожалуйста, мне, да, постоянно шлют, и я трачу свое, значит, время, чтобы это все прослушивать, потом делать какие-то, вы знаете, вердикты, это, ну, как бы глупо, мне кажется. Как вы относитесь к творчеству вашего земляка Василия Макаровича Шукшина? Отлично отношусь. Сможем мы участвовать во второй части? Сможем мы... Участвовать. А, правильно прочитал. Во второй части «Гранди и Канзони» очень хотелось бы продолжить совместное творчество. Ну, я счастлив. Спасибо огромное. Вам придется это делать. Как и мне. Дмитрий, планируете вы в ближайшее время посетить с концертами Украину? Спасибо за творчество. Обязательно будем посещать Украину, потому что я сам на четверть хохол. Кто у вас любимый писатель из русских классиков? Как относитесь к Толстому и Достоевскому? Я очень люблю Достоевского, очень люблю, я серьезно сейчас говорю. Наряду с ним я очень также люблю Бунина, люблю Шмелева, но Достоевского выделяю именно за его, помимо того, что он виртуозно строит сюжет, но и как он наряду с юмором умеет озвучить такие мысли, которые не теряют вообще своей актуальности. Так, вот такое стихотворение короткое. Я должен видеть это вновь, и поперек, и поперечно, круговорот коротких снов, где август выбелил путь млечный. Я должен слышать эту ночь, восточный склон и влажный берег, удостовериться воочь, плоды ко времени воспели, и в миг падения звезды молчать, не вымолвить желаний. Пусть известковые хвосты не вскроют нажитые раны. И чистота, и нагота, лишь блеск приближенных созвездий, да плеск реки через года, и ни единой в мире вести. Ну вот и в эту, да, наверное, в эту тему случайно так совпало.
осталась в дымке подо мной. Слепая бездна океана, центра стремительной волной. Прощаюсь встретиться опять. Друзей усталые глаза, в них отражаются вулканы. Горчит горячая слеза. Бывай, земная опять. Качнутся белые крыла, поднимут в небо голубое. Душа отраду обрела, играет радостная кровь. И шепчешь заново судьбе. Напитан заново родник запечатленных вдохновений. Ты к струям бережно приник, боишься тайну расплескать. Глотаешь брызги серебра, награду зримых мановений. Успел возвышенно собрать, и благода легка. Да будут трепетно просты объятия и дружеские узы. Костер ко времени остыл, и собираться в путь пора. Пусть прошлогодняя пурга в обледенелом танце кружит. Хранит тепло моя рука, водительство пера. Осталось в дымке подо мной. Сегодня для меня, я не знаю, как вам, но для меня праздник. Спасибо вам огромное, что вы поддержали.